Мало кто из жителей области не знает, что рыбалка с 25 апреля по 1 июня на Десногорском водохранилище запрещена. Правда, из тех, для кого запрет этот не более чем пустой звук. Сегодня, 17 мая, акция «Всероссийский день без сети» призвана пресечь нелегальную ловлю рыбы с использованием плетеных ловушек. Вред, который наносит эта привычная конструкция, недооценивать не стоит. Рыба попадает, гниет, разлагается, экология наносится большой ущерб. Также, естественно, не успевает размножаться. Широкомасштабным способом это мероприятие проводится впервые. Силами Федерального агентства по рыболовству совместно с активными гражданами этот рейд проводится в 30 субъектах Федерации. На Десногорском водохранилище к патрулированию подготовлены 5 катеров с представителями казачества и Смоленской АЭС. Смоленская станция занимается биологической мелиорацией водоема охладителя, выпуская растительноядную рыбу. Тем самым поддерживая экологическое состояние водоема охладителя и качество поддерживая технической воды, подаваемой на блоки нашей станции. Для удобства проведения рейда водное пространство водохранилища было поделено на 4 участка. Задача была очистить водоем от снастей и провести профилактические беседы с нарушителями законов о рыболовстве. Несмотря на, казалось бы, безлюдный берег водохранилища, были обнаружены несколько незаконных конструкций, предназначенных для ловли рыбы. 3 ловушки, 2 рыболовные сетки, 6 так называемых экранов и 1 административный штраф. Таким уловом могут похвастаться экипажи в ходе сегодняшнего рейда. Тем не менее, Десногорское водохранилище отличается редкими случаями нарушений законов о рыболовстве и имеет положительную репутацию как среди рыбаков, так и среди туристов. Алекс Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.